школах по-прежнему уделяют внимание безопасности. Это касается не только работы различных служб, охраны образовательных учреждений, а также безопасности питания и питьевого режима. К примеру, в новом учебном году будут организованы дежурства у фонтанов с питьевой водой. Кроме того, в День знаний сделают медицинские фильтры, то есть медработники с дистанционными термометрами и тепловизорами определят, есть ли у школьников повышенная температура. Отмечу, что все образовательные учреждения Югры, а их более 700, прошли строгую проверку всеми структурами.